Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Не такой я себе представлял. Жизнь в параллельном мире. Вроде странником стал, работаю на стройке и сплю в конюшне на подстилке. Теперь мне кажется, что странники — это просто неудачники, которые ищут подработку на полдня. А такие летуны не могут себе позволить даже в нормальной гостинице остановиться. Минимальная зарплата? Нормированный график? Что это? Их можно есть? Можешь на меня положиться? Спаси меня, Аква! Помоги ядрить! Боже мой! Вот это анекдот! У тебя все лицо в слезах и соплях! Выглядишь мега отстойно! Как домой вернемся, ей пи***ц! Азума! Если хочешь, чтобы я тебя спасла, можешь начинать добавлять к моему имени госпожа! Госпожа Аква! Но взамен с завтрашнего дня цени меня как богиню. Что? А когда будем кушать, на слово «хочу» будешь отдавать мне все, что я попрошу. А еще... А ну выплюни! Спасибушки! Как же от нее пасет! Работает до седьмого пота с перекачанными мужиками. Радуется молоку после ванной и хорошей жратве с выпивкой. Блюет радугой и спит в конюшне. И теперь забеспокоилась о слизи? Божественный кулак! Божественный кулак! Смертельный удар, высвобождающий всю ярость и слезы богиня! Получи и распишись! А если присмотреться, ты очень даже миленькая! Аква! Ко мне в пати захотят все без исключения. И стоит мне лишь шепнуть, что нам нужен помощник, и тут сразу же выстроится очередь просящих. Никого. Мое имя Мегумин. Я архимаг, владеющий сильнейшим наступательным колдовством, взрывной магией. Ты постебаться, что ли, пришла? Я ничего не ела 3 дня. У вас есть что-нибудь пожевать? У нас сейчас обед. Котлетки? С макарошками? С пюрешкой? Что это за повязка на глазу? Типа печати, что ли? Да нет, неправда. Я ношу ее чисто для вида. Прости, пожалуйста. Ай, мой глаз! Кстати, а как зовут твоих родителей? Мама Юи-Юи, а отец Чойзаборо. Ты ебанутая! Богиня? Да, она зовет себя так, потому что немного миленькая. И часто подобную чушь говорит, так что не обращай внимания. Бедненькая. Смотри внимательно, Казума. Уж сегодня я покажу тебе, на что способна. Трепещи передо мной и поди ниц. Божественный реквием. Выкуси и умри. Вот так моя богиня. Даже жизни не жалеет, чтобы время выиграть. Так вот какова магия. Мегумин, отступи! Чё? Я использовала всю ману без остатка. И теперь даже пошевелиться не могу. Плохо дело. Меня съедят. Прости, не мог бы ты... Идиотки! Не дайте себя съесть! Я воняю! Внутри жабы воняет, но приятное тепло. Мне такое знать не обязательно. Разумеется, в трансах я могу выучить и другие заклинания. Я не предам любви к взрывной магии. Пускай я могу использовать ее лишь раз в день. Пускай после ее использования я не могу пошевелиться. Вашу ж мать, это мелкое тоже бесполезно. Я желаю лишь использовать свою магию. И если есть надобность, можешь оставить меня бесплатно. Не-не-не-не-не, такая великая сила будет лишь прозябать без дела в нашей лоу-скильной пати новичков. Нет-нет-нет-нет, я не имею ничего против пати новичков. Не-не-не-не-не, что ты за маг такой, если можешь кастовать лишь раз в день? Для волшебницы у этой малявки очень сильные руки. Ужас, этот парень хочет бросить такую милашку. И девушка позади него вся покрыта слизью. Игрался с ней и решил бросить. Вот мерзавец. Смотрите, там вторая тоже вся в слизи. Что же за извращенство он с ними вытворял?
Я согласна на любые развратные игры! И даже на тех, которыми мы занимались вместе с жабами! Все, хватит, я согласен, добро пожаловать!